Здравствуйте! Сегодня я приготовлю лимонад. Выдавлю сок из двух лимонов. Получилось 125 мл сока. К соку добавлю пол-литра воды, для того, чтобы получилось соотношение 1 к 4. В лимонад добавлю 100 граммов сахара и хорошо размешаю. Сахара можно добавить больше или меньше, по вашему вкусу. И в завершение добавлю 200 мл льда. Соотношение воды и лимонного сока, а также сахара, можете подобрать на свой вкус. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями, а я желаю вам приятного аппетита!